Всем привет! Вы на канале Funny Yorkshire Skittle. И в своем видео я покажу распаковку посылок с Алиэкспресса за январь месяц. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался, и ставьте нам лайки. Пока я собиралась снимать видео, Фанни улеглась на посылки и собирается спать. Посылок в этом месяце пошло на целых 18 штук. Посылки предназначены не только для Фани, но и для меня. Вот пошло сколько много посылок. И мне очень нравится, когда они приходят разного цвета, размера. И когда ты заказываешь много посылок, ты не знаешь, что конкретно лежит в посылке. Вот я подготовила ножницы, Фани легла рядом. И мы будем открывать. Я с трудом дождалась, чтобы открывать посылки вместе с вами. Ну что ж, будем приступать. И, пожалуй, открывать посылки. Мы начнем с маленькой вот этой серой посылочки. Я стараюсь открывать теперь очень осторожно, так как у меня был печальный опыт, когда я повредила содержимое. Поэтому плотно упакованные посылки чаще всего я открываю руками. Мне пришли вот такие дорожные баночки. Их две штучки. Похожие бутылочки у меня есть для шампуня. И они очень удобные, не занимают много места. Я вообще люблю брать вдруг вот такие миниатюрные баночки. Они, кстати, не протекают и очень удобны. Но для того, чтобы не протекали, я очень часто, чаще всего заворачиваю в пленку. Вот такие классные баночки у меня теперь будут. Сейчас мы будем открывать вот эту черную маленькую посылочку. Я думаю, что здесь, скорее всего, у нас шивки, так как посылочка очень тоненькая и маленькая. Ничего другого в нее бы не поместить. Да, я угадала. Это нашивки мишки. Таких мишек я заказывала у двух продавцов. И они мне очень нравятся. Очень классный. Кстати, в детстве я обожала этих медведей. И даже было время, когда я их собирала. Правда, не нашивки, а картинки. Я их сложу вот в такой мешочек. В будущем я собираюсь хранить их в коробке, но пока еще ничего не приспособила. Как что-то придумаю, куда их можно будет складывать, я вам покажу. Вот Ваня интересуется, так как ждет и себе подарки. Теперь мы откроем вот эту тоненькую. Я тоже думаю, что здесь нашивки, так как она очень маленькая. Как я и подозревала, здесь нашивки, но уже от другого продавца, тоже медведи. Продавец положил их в такой пакетик, очень хорошо, чтобы не пылились. Они немножко похожи с друг другом, но все равно разница есть, поэтому я заказывала в двух разных магазинах. Оттенки немного другие. Вот смотрите, вот эти желтые очень похожи, только мишки по-разному держат лапки. Я их сложу все вместе, мне очень они понравились. Большое спасибо продавцам. Кстати, дошли они где-то за 2-3 недели. Для недорогого товара это довольно хороший срок. Сейчас смотрим вот эту желтую посылочку. Она не плотно упакована, поэтому я смело обрезаю ножницами. В ней пришли 10 маленьких баночек для ветеринарной клиники. В прошлом году, когда мы летели в Ростов, нам мазь и жидкость для обработки ран наливали в шприцы, но лететь мы со шприцами не могли, я срочно искала, куда пили. Теперь у нас будут очень удобные баночки и не будут занимать много мест. Я вообще люблю такие маленькие миниатюры для путешествий. И
Здесь я уже прощупала, и это заколки для Фани пришли. Сейчас мы раскроем и посмотрим. Да, как я и говорила, это вот такие классные розовенькие заколочки. Я их использую после того, как Фани побывает у грумера, и у нее отрастают волосы. Я их забираю, чтобы они не падали ей в глаза. Сейчас мы будем открывать вот такую тоненькую посылочку. Аня пришла вот такая нежная розовая маечка. Когда я заказывала, я не обратила, что на ней есть надпись. Но мне очень понравилась расцветка. Ее, она очень нежная, очень приятная. Мы ее будем носить или летом, или зимой под комбинезоны, так как мы зимой обязательно под комбинезон одеваем майки. А теперь будем открывать вот эту посылочку. Она довольно плотная, поэтому будем очень осторожненько открывать, чтобы не повредить содержимое. Это небольшой такой голубенький кошелечек. Они тоже очень удобны в дорогу, в них удобно сложить лак или губную помаду, кто берет не одну, а несколько штук, чтобы лаки не побились и не попортили вещи, допустим. Очень классно. Я, кстати, с собой не беру в самолет большую косметичку, большую часть вещей я беру, сдаю в багаж. Очень маленькая посылочка, не знаю, что в ней. Сейчас посмотрим. Плохо срезал, срезаю второй раз. Что-то мне посылка не хочет открываться. А, и вот это нашивки. Вот такая клубничка. Очень люблю такие нашивки. Дейл и Чип. Может, кто-то помнит такой мультик из Золота Диснея. Показывали. Сложу их все вместе. Открываем вот эту посылку. Дальше будем осторожно раскрывать, чтобы не повредить. Это такой вот очень классный чехол на телефон. Кстати, я эти пончики очень люблю. Поэтому заказала именно с ними. Эта посылка упакована очень плотно, поэтому я ее буду раскрывать руками, чтобы ничего не повредить. Это пришли вот такие косметички, сумочки. Я их собираюсь использовать, чтобы складывать в них коробочки, в которые я насыплю корм Фани в дорогу. И баночку, в которой будет вода, так как бутылку нам в салон самолета не разрешают брать. Я очень, кстати, люблю, чтобы подбирать, чтобы все было в один оттенок. Чемодан одного оттенка или косметички. Ребята, у кого такая же страсть к одинаковым вещам, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Будет очень интересно прочитать. Вот такие косметички, довольно хорошо сделаны. Они недорогие. Маленькие стоят 0,82 евроцента. Большая, мне кажется, 1,45 евро. И все собираюсь использовать вот таким образом. В маленькие косметички. Я собираюсь сложить вот такие контейнеры. Кто-то помнит их из прошлых видео. В маленькие контейнеры я насыплю сухой корм. А большой налью воду, но уже в аэропорту. В прошлом году у нас был похожий контейнер, когда мы летели в Ростов, но он плохо удерживал воду. Он стоял в пластиковом
пакете и все намочил, поэтому в этом году я хочу попробовать использовать косметичку. В описании на Алиэкспрессе было написано, что она не пропускает воду. Не знаю, правда ли нет. Также я не знаю, плотно ли сидит на большом контейнере крышка и не пропустит ли он воду. А моя собака не ест размоченный корм. Все, если живут таким образом. Удобно ли это или нет, я вам скажу уже после путешествия, в которое собираюсь, или этой весной, или осенью. Косметички мне очень понравились, очень красивое у них оформление. И очень приятный цвет, они такие лиловые. Я пока их вот так вот сложу и уберу отдельно. Ну что ж, будем откатывать вот такую беленькую посылочку. Открывать будем очень осторожно, так как она очень плотно упакована. Это вот такие вот голубые косметички. Подробно я не буду показывать, так как они точно такие же, как розовые, которые я вам показывала. Теперь вот откроем вот эту беленькую. Это пришли мне две пары вот таких вот перчатков без пальцев. Черного цвета и серый. Вот так они выглядят на руке. Мне очень они нравятся. Эту зиму у нас очень тепло, перчатки не нужны. Но как будет холодно, я их буду носить. Мне они очень понравились. Классные. Сейчас примерю еще серый. Кстати, серый цвет мне намного больше нравится. Он какой-то более приятный. И не сливается как тот. А тут серый цвет темнее, мех чуть-чуть светлее. Очень классно выглядит. Мне очень нравится. Перчатки мне очень понравились. Я думаю, что я еще закажу и других оттенков. А сейчас мы будем искать вот такую небольшую посылку. Я думаю, что скорее всего в ней одежда для Фани. Это платье, которое я заказывала Фани на Новый год. Даже не раскрывая, я вижу, что оно маленькое. Но размеры на сайте были указаны Фанины. Ну, сделано качественно, и мне не хочется его перезаказывать, то я, скорее всего, добавлю кружавчиков и блесток, и на следующий год можно будет носить. Сейчас будем искать вот эту вот, черную. Как вы обратили внимание, очень много товаров заказываю для путешествия, потому что там они очень неплохого качества. И того, что у нас нету в городе. Вот такие косметички заказывала. Ходить на пляж, складывать купальники. Или еще какие-то мокрые вещи. Но у них очень, кстати, сильный запах. И я думаю, что они будут немного больше. Они только навряд ли подойдут для купальников. Я их попробую использовать, если не понравится, то или выброшу, или кому-нибудь отдам. Но пока их надо положить, чтобы выветрился запах. Но качество они неплохого, прошиты везде. Ничего не торчит. Но они даже подойдут тот, кто путешествует. Да, могу слышать какие-то вещи или лекарства. Вот осталось у нас 3 посылки.
Вот такое платье я заказывала очень давно, в октябре. Мне два раза продлевали срок, вот оно наконец дошло. Очень красиво сделано. Оно на шлейках, и можно под любой размер подогнать. Мне очень нравится. Очень красивая нашивка. Платье классное, я очень довольна. А вот теперь наконец пошли теплые перчатки. Но я тоже думаю, что в этом году мне не придется их носить, так как у нас тепло и перчатки не нужны. На пальчиках специально, чтобы можно было нажимать на экране мобильного. Мне очень нравятся, очень классные. Что касается перчаток, шапок и шарфов, я всегда покупаю черный и серый оттенок. Такого же цвета я стараюсь покупать куртки, чтобы они меньше пачкались, потому что я очень много где ношу фани на руках, а светлая куртка очень быстро пачкается. Но серый мне тоже больше нравится, как выглядит на руке. Думаю, в дальнейшем, наверное, я буду покупать только серого оттенка. Ну вот у нас осталась последняя посылочка, а потом оставим примерку вещей, которые пришли. Это вот такой теплый классный комбинезон. Я вначале думала, что мы в нем будем куда-то ходить, но мне кажется, он больше как для дома домашняя пижама. Не знаю, посмотрим. А может, летом будем куда-то ходить в прохладную погоду. Вообще, он очень здорово сделан. Вот, как я и говорила, платье очень маленькая Фани, надо будет его доделать. Не очень красиво на ней. А вот это очень классно, очень красивые розочки, нашивки, супер. Вот такая маечка. Вот такая надпись, очень классно, с днем рождения. Девочка, мне очень нравится. Вот такой комбинезончик Зайка. Как вы видите, он не очень теплый, но когда я заказывала, я думала, что он именно теплый зимний, на зимние прогулки. Но я думаю, мы будем ходить куда-то летом в холодную погоду. Но сделан он очень красиво, и мне он понравился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, тот, кто еще не подписался. Ставьте нам лайки, а мы вас с вами любим и ждем следующих видео.